Hi guys, welcome back to Junris Vlog and the Reactor. For today's video, reaction let's go to our favorite country, which is Russia. Private and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Putin's Victory Day Speech 2019. I am dying, but I do not surrender. Oh my God, the best like quote and title of this video. And credit to the owner also with the video to Drago Victorian. I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Putin's video, Russian videos that you can suggest, drop it in comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy with this one. And I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or any language that you want to choose. And I want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video. Enjoy, guys. And all of you. Oh, I always enjoyed watching with their victory parade because the colorful or the costumes and then the armory, artillery that they are like Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, veterans, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы, nice. С Днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились. Wow. Прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, несгибаемой твердыней, стояли в пекле сражений. Все выдержали. Отдали все, что могли. И добились, выстрадали победу. С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига. Осознаем неприходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы. В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери. Но это не сломило Россию. Уже к началу июля 41-го в строй встали более 5 миллионов бойцов. Десятки тысяч добровольцев ушли в народное ополчение. Под шквалом огня на восток были вывезены сотни крупных заводов. И в невиданно короткие сроки производство было восстановлено на Урале, в Поволжье, Сибири. Все для победы стало девизом тыла. Именно здесь и был открыт наш второй фронт, трудовой и героический. Его могучий арсенал действовал безотказно. Победа ковалась всем народом. Одним из первых подлый, внезапный удар захватчиков
принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего. Оставили потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас как клятва и как наказ. Умираю, но не сдаюсь. Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт. Эта клятва принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества и является главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Именно так думали и так поступали в годы Великой Отечественной войны миллионы людей, сражаясь за Родину в решающих битвах под Москвой и Сталинграде, на Курской дуге и на Днепре. Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда. На каждом плацдарме, на каждом рубеже совершались подвиги огромной духовной силы и часто совсем молодыми людьми. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза более половины – бойцы до 25 лет. Многие уходили на фронт прямо со школьной скамьи и навеки остались там, на передовой. Не узнали счастья любви, семьи, рождения детей. Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужество и самопожертвование. Ту непомерную цену, которой была оплачена победа. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Объявляется минута молчания. Wow, that was very amazing and beautiful words saying to all the veterans and to all the past heroes of Russia. He's indeed a very nice person. It's incredibly amazing. I am dying, but I do not surrender. Дорогие друзья, память о Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг – защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех. Уважаемые товарищи, уроки, прошедшие войны, по-прежнему актуальны. Мы делали и будем делать все необходимое,
чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил, оборонный потенциал самого современного уровня. Будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества. Вместе с тем, Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности. Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть really солдат Победы. Those, like, это именно в их честь наши военные парады, гром салютов и колонны бессмертного полка. День Победы всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца навстречу друг другу. Сегодня мы не скрываем своих эмоций. И эти искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Мы гордимся нашей сплоченностью, рады, что вместе с нами дети и внуки, что можем передать им священную память о героических свершениях наших отцов и дедов. Wow. И быть уверенными, что их подвиг, их победы будут жить вечно. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Вау! Я got chills. As always, I always love this Victory Parade of Russia. I always have my love and respect to this president. Salute. Spread the group. Oh my God. Bravo. Long live Russia and happy Victory Russia, and this is an amazing and incredible and smart message of the president of Russia. He is incredibly amazing and like brilliant and genius and honoring to those veterans, to those heroic who fought in the war before just to protect with Russia and the people itself. That's incredible and amazing, and I always have my love and respect from the Philippines to this amazing president, because he always valued to his people and his soldier in the country, and that's very honorable on him. The 2019 Victory Day speech of President Vladimir Putin was as important as ever, as it sent a message to the present day states that consciously distort the events of the past. Putin reminded of the gravity of the Brest Fortress defenders, which still makes us gasp of air in its incredible oath and testament to us, as those soldiers fought until the very end. This oath was one of hope and defiance. I am dying, but I do not surrender. A phrase that will act as a title of yet another incredible, sensitive speech of Putin. Indeed, I agree with this one. Because once he said his oath, once he said his word, it's like there is a connection and honor with that one. I enjoyed watching like this video and hearing with the words of Putin. It gives you like sense of there is like protecting the people and protecting the country, and he is true with it. And thank you so much for this amazing video,
Drago Victorian, and I hope guys you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Vlogger React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba to all Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye, mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.